Григорий, у меня 100% появилась тоже суперспособность. Ну да, и какая, интересно? Я умею читать мысли людей, причем так, что они становятся слышны абсолютно всем в округе. Ага, а вот как. Мне кажется, такого даже теоретически быть не может. Может. Ну давай, вот о чем я сейчас думаю, давай. Ну? Мне кажется, это не совсем прилично. Давай лучше просто попробуем на какого-нибудь человека из зала. Ну давай, давай, удиви нас, Ванечка. Вперед. Давай, давайте. А, девушка седьмой ряд. Какой классный концерт. Так, понял. Так, молодой человек, девятый ряд. А в общаге сейчас больше. Так. Девушка, 17-й ряд. Вот зачем я деньги на телефон положила? В этом году, оказывается, нет СМС голосования. Вот, видишь, у меня. Молодой человек, самый последний ряд. У кого там в общаге больше? Из девятого ряда там был. Итак, девушка, девушка, какая же какая? А, вон, самая красивая в зале. Да-да, вот. Нет, не ты. А, вот так, да. Господи, у меня действительно суперспособность, он такой классный, такой стильный, такой находчивый, я прям влюбилась в него. Никто не подскажет, что у него телефона. Ой, кажется, мой мысль что-то навязал, зато он знает, что он мне очень понравился. Ага, молодец, значит, с ведущей договорился, и все, у нас суперспособность появилась, да? Да. Находчивый, да. Я уже практически сам поверил, что у меня суперспособности появились. Слушай, пойдем-ка что-нибудь экстраординарное еще в себе поищем. Надо же, как говорится, всегда идти вперед, искать в себе что-то новое, правда ведь, да? Именно об этом нам расскажет коллектив эстрадного танца «Инфинити». Руководитель Олеся Суслова. И это премьера номера «Движение». Thank you.